Матвей Мышов, вратарь команды 19-го детского сада футбола «Мальчик», начал заниматься всего год назад. Несколько раз на турнире Матвей смог поймать мяч, летевший в створ ворот. Однако спасти свою команду от досадного гола юному спортсмену удавалось не всегда. Хоть я пропустил два мяча, но мы забили, опять отыгрались. Поддержать будущего чемпиона на чемпионат по мини-футболу среди команд детских садов пришли родители Матвея. Наталья и Александр Мышовы стараются всегда присутствовать на играх своего сына. Мы с радостью приходим, откладываем свои дела, потому что понимаем, что это очень важно и нужно. Родные и близкие люди, которые могут поддержать, которые рядышком находятся и болеют, это очень важно. И я вижу, здесь не только мы, здесь много пап и бабушек, и мамы приходят. Я считаю, что вообще футбол – одна из замечательных командных игр, когда можно действительно сплотиться и сдружиться и детям, и родителям. Чемпионат среди детских садов проходит по круговой системе. В этом году в турнире принимают участие 18 команд. Их разделили на 6 групп. Спортсмены проводят на игровом поле 2 тайма по 5 минут. Первая команда, занявшая первое место, образует золотой финал, золотой кубок. Вторые команды, занявшие места в группах, образуют серебряный. Ну и, соответственно, третий – бронзовый. Там на 2 группы делятся эти 6 команд. И играют тоже в круг. Победитель муниципального этапа чемпионата по мини-футболу проекта «Школа Росатома» определится 22 марта. Лучшая команда получит золотой кубок, ценные подарки и отправится защищать честь города на следующем этапе соревнований. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».